На 100% у меня было счастливое детство. На все 100. Давайте не буду тратить время, а говорить, что не на 99,9,9,9. Нет, а именно на все 100. На все 100. И, в общем, это, я думаю, встречается не так часто, но я думаю, конечно, и встречается. Вот, в связи с этим у меня есть большой пафосный ролик. Когда я ехал в Спас-Клепики, я снимал, что родители, берегите детство своих детей. Не собачьтесь, у них на глазах не разводитесь и так далее. Ну, а счастливейшая эпоха моего детства – это 95-2000 год. И вот в предыдущем ролике я рассказывал про зарю 95-го года. В 95-м году, ведь перед моим этим счастьем, было ведь две больницы, в ходе которых я тоже был счастлив. Ну, это был такой как бы опыт. Ну, такой, знаете, Барчук проходил маленькое, так сказать, жизненное крещение такое, если так можно выразиться. Первый, значит, раз с ангиной, с удушьем весной, а осенью в тубдиспансер я попал. Туберкулезная инфекция. Я реально похудел в 9 лет. Бабушка, дедушка сказали, типа, ай, растет в этом дело. Но это было дело не в этом. Я реально уже болел. И, по сути, это, если бы меня не пролечили тогда жестко, это мог бы быть уже туберкулез. В общем, осенью это. Мы еще жили на Петрово. Я еще раз говорю, 95-й год – это преамбула к самому счастливому периоду моего детства, житью на Советской. К этому сейчас подойдем. Ну, в общем, к осенью, ребятушки, туп инфекция. У меня была огромная манту, в общем, на всю руку, вот, от локтя. То есть, у меня она всегда была большая. Я помню, детям, всем моим одноклассникам делают, там вообще чпок, вот такая точечка и все. У меня всегда, ну, вот как минимум с 5-рублевую монету она была. А тут меня разнесло всю руху. И тут уж сказали, ладно, мол, блин, такая манту, где уж, наверное, точно говорит о чем-то. Ну да, реально, там лимфоузлы, вся байда. И у нас был друг семьи, врач, акушер-гинеколог Анатолий Николаевич Трофимов. С тех пор имя Толя, фамилия Трофимов, имя Герасим, это сын Анатолия Николаевича. Все ассоциируется у меня только с этим с этой семьей. А также Валентина. Имя первоначально у меня ассоциируется только с этой семьей. Валентина – это жена Анатолия Николаевича. Кстати, вот навели меня на мысль, что я бы поехал и с ними побеседовал тоже. Ой, в общем, не знаю, кто будет и когда смотреть весь мой сериал целиком. Но мне это сейчас и не особо интересно. Мне интересно рассказать обо всем на камеру. На этом вот чудесном Ярославском шоссе благословил его Господь, а он его уже и много раз благословил. Ну так вот, смотрите следующее видео.